Ну что, друзья, яшники выпустили нам новое промо под названием Food Fantasy. Выглядит оно просто бомбезно. Вы только гляньте на эти карточки, есть кого ловить. Я скажу даже больше, я уже поймал две Food Fantasy карточки, которые вполне могут претендовать на место в основу. Также яшники нам выкатили сборочки на кумира, сборочки на героя. Собственно, две карточки кумира и две карточки героя на моих двух аккаунтах вы сегодня увидите. И также, друзья, я вам скажу историю о том, как я провел эту викинг-лигу. Как видите, на этот раз без пострадавших не обошлось. Пришлось в прямом смысле по кусочкам собирать мой геймпад по квартире. В общем, присаживайтесь поудобнее. Всем, кто есть, приятного аппетита. Кто пьет чаек, кофеек, приятного чаепития. Вот я кофеек пью. Ну и, конечно же, хотелось бы мне поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте, либо в мобильном приложении вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом, Лига Чемпионов, Лига Европы, классные коэффициентики. Не забывайте проходить верификацию до конца, чтобы получить бонус, фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии, и всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. В общем-то, друзья, как вышла эта промо, я сразу же завел стрим на Твиче. Да, иногда я стримлю, поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. И пошел открывать свои накопленные 100 пакетиков. Собственно, смотрите, что мне там выпало. О! Новая карта! Продаваемая! Сука! Ебучий Миллер, блядь. Иди нахуй, Миллер, блядь. Блядь, ну самая всратая мне выпала. Так и знал, блядь. Вот есть худшая карточка, блядь, в промо. Именно она мне нахуй упадет, блядь. Да, не очень густо, выпал всего лишь один миллер, который стоит там 1015. Потом чатик меня все-таки убедил собрать еще одного кумира 89+. Чатик меня забайтил на сборочку кумира 89+. У меня хороший винстрик, поэтому есть подозрение, что сейчас будет какая-то хуйня. Я не хочу искать, я, наверное, по статкам чекну. Че-то, блядь, не знаю, прыжки меня его пугают. Игра головой 96, ебать. Дриблинг 90. Ну это срань какая-то. 82 передачи, 92 удары и 88 скорость. Ну это хуйня какая-то. Ну спасибо, блять, забайте меня. Я этого Рауля только недавно отправил, блять, в СБЧ. Он ко мне вернулся. Увы и ах, вот и лустрик подъехал. Пацаны, можете запускать фанфары и радоваться. Наконец-таки у меня моя белая полоса прервалась. Хейтеры ликуют. Дальше у меня была отыграна викинг-лига на моем основном аккаунте. Наградки вы можете видеть все на экранах. Я там немножко шепотом разговариваю, потому что уже ночь была, люди у меня спали. Ну, там есть на что посмотреть. Так, ну что, друзья, викинг-лига отыграна. Райс 87-й тут был в первом пике. Давайте посмотрим, поймаю ли я Лео Месси. Вот это срань, конечно. И 3.84. Так, Тони Кросс. Второй пик. Третий пик. Так, 5 игроков, 83+. О! Ну-ка, что-нибудь классное. Исак! Нихуя себе! Так, ничего, поболеем за Ньюкасл, получается. Нихуя себе. Вот это приятно. И шукаты поймать. Потом я решил собрать на последние бабки еще одного кумира на своем бездонатном аккаунте. Друзья, из последних сил собираю на своем бездонатном аккаунте снова кумира 89+. Тут вот такие вот ребята отправляются. Еле-еле накопил рейтинг. Очень круто везет на донатном аккаунте. На бездонатном просто нихуя. Вот, отправляем двух кумиров сразу. Майкл Оуэн, полная хуйня. Ну, конечно, за два матча два гола Голливуд дал, но в целом это та еще срань. Очень переживаю за свой бездонатный аккаунт, друзья, поэтому надеюсь, я сейчас охуею. Я сразу же иду в Бразилию, ведь они пусси. Долго грузит? Бля, нет, это не Бразилия. Окей. Рут гулит, выходи. Нет, это не гулит. Окей, давай француза какого-нибудь. Не знаю. У меня такая боль нахуй на душе. Просто пиздец. Ёбаный Трезеге, блядь. Я, блядь, не знаю, чё нахуй говорить. Какой кал мне падает на бездонатном аккаунте? Ну, это просто невероятно.
Ну, я, собственно, с этим Трезеге пошел играть в Викинг-лигу и просто охренел от никчемности этой карты. Собственно, вам даже показывать нечего. После трех матчей у меня просто отлетел. Там в заданиях был какой-то Гюри, Гоури, не знаю, как правильно произносить свою фамилию. Собрал его, забрал себе какого-то балагана и пошел с этими двумя картами в Викинг-лигу. И, кстати, шел я довольно-таки неплохо, хочу вам сказать. Супер классический сценарий, когда у вас в начале Викинг-лиги все классно, супер гладко. У меня там был Винс стрик из 6 побед подряд. Ну и, собственно, вот, 7-й матч. Я веду там со счетом 3-2, пропускаю какую-то срань, но побеждаю в этом матче. И что вы думаете? Ой, яшники какой-то запрос не смогли обработать. Кидают мне дисконнект, и им кажется, что я вышел из матча. Ну, сгорело у меня тогда знатно, друзья. Опять же, учитывая, что это бездонатный аккаунт, и когда ты там идешь с хорошим винстриком, и тебе встречается такая срань, ты немножко садишься на дизмораль. Ну и дальше пошел сущий кошмар. Вот реально, как будто ебучий день сурка. Одно и то же каждый раз. Одно и то же. Ты идешь хорошим винстригом, случается какая-то херня, и у тебя куча поражений подряд. В частности, на этот раз у меня было 4 поражения подряд. Да, я тут в блокнотике записываю, как у меня матчи проходили. Вот, и в одном из матчей, где у меня игра вообще не клеилась, нервы сдали. В очередной раз. Я не знаю, мне кажется, я болен, потому что каждый раз после Викинг-лиги у меня что-то нахуй в квартире ломается. Сначала была дверь, потом у меня геймпад раздвоился. Кстати, страшные звуки вы можете услышать в своем видеоролике. Я на камеру весь эту жизнь не снимаю, но по звукам вы можете понять, что это было страшно. Охуеннейший гол просто. Бля, я не знаю, один матч охуеннее другого. Посмотрите на Ван Диджуке, что этот долбоеб делает? Куда ты нахуй смотришь, олень ебаный, блядь? Тебе в очко Рамос закидывает кусок, ты долбоеба, блядь. Что дальше происходит? Слетает, бля, врезается в Тренда. И, блядь, ну это просто невероятно, блядь. После этого я проигрываю. Чел мне еще пишет, Андрей, говорит, нахуй сил нет, блядь. Конечно, этот уебан сбивает, блядь. Я вам еще не показывал, не упоминал об этом, но у меня тут, короче, ручка стульчика тоже отлетела. Сейчас я вам покажу. Здесь ручка есть, а здесь ручки нет. Угадайте, почему ее нет. Просто во время очередной прекрасной Викинг-лиги я уебал так, что у меня аж ручка отлетела. У меня какой-то слишком большой поток агрессии во время Викинг-лиги. Я постоянно что-то ломаю. Может быть, мне грушу повесить здесь, чтобы не ломать геймпады, а то что-то уже жалко становится. Реально, вот меня в жизни ничего так сильно не злит, как несправедливость в этой ебаной игре. И вот иногда страдают предметы вокруг меня. Я просто заебался на это смотреть. 11 ударов, но у меня почему-то XG меньше. У него 5 ударов, блядь, 3 гола. Бля, просто ебаная игра, блядь. Сучья игра, блядь. Что это нахуй такое, блядь? 3 удара, 3 гола, блядь. 10 ударов, блядь! Меня заебала эта игра ебучая. Но, блядь, каждый раз въебался в стену из одного и того же сценария, уже заебало реально. Идешь охуенно, у тебя там 6-7 побед подряд, и потом какой-то пиздец начинается, блядь. Но по итогу 11 побед, и мне упала карточка, которая залетает мне в основной состав. Собственно, смотрите, что мне выпало. Так, ну что, классический уже 11 побед. Я не знаю, это реально какое-то проклятие. Лео Месси будет хорошей наградой за эту Викинг-лигу. Едем дальше. Второй пик. Мы видим тут Робертса. Не сказать, что тоже восхитительно. Ну и третий пик, завершающий, Брайт Уэйт. Никаких вам Леонидов Мессиевичей, к сожалению. И два пика 84+. Первый пик Фоден 87. Но играть за него, естественно, я не буду. И второй пик. О! А вот это было неожиданно. А вот это, друзья, было очень неожиданно. Санчес-то дохуя стоит. Прошу заметить-то. 600 тысяч монет. Так, а вот это уже номинант в основу. Че у него там по дополнительной информации? Сможет ли он что-нибудь там получить? Цена разбитого геймпада, друзья. Санчес за 600 тысяч. Не зря потел в этой Викинг-лиге. Так, набор редких игроков. Давайте взглянем. Что-нибудь продаваемое, классное. Но это уругвайец, центральный защитник. Ну, продаваемые паки супер классические. Если продаваемые, то это, блядь, максимальный рейтинг 83. Просто ебаная классика. А это набор Ultimate. 84 максимальный. Блять, ну вот просто как под копирку. Каждый раз одни и те же награды. Да, конкретно сегодня выебываться особо не буду, потому что мне упала карта за 500 тысяч. Но в целом, ну, картина с продаваемыми паками вообще не меняется. Каждый раз, блять,
83-84 максимальный. Как мне, блядь, копить рейтинг, блядь, на своем аккаунте? 5 игроков 83+. Вау, невероятно, 84. Не. Дальше у нас завезли пик на героя. Также я вскрыл на двух аккаунтах. Сейчас вы увидите бездонатный. Так, у нас тут, оказывается, пик еще на героя вышел. Сейчас, собственно, и сольем своих последних игроков. Балаган, Неймар, спасибо за все. Ну и Балак, пора прощаться. 38 матчей, 0+0. Сколько бы я шансов не давал, это телега лютая. Так, первая карта. 73 подготовка, 87 дриблинг, 90 удар, 92 скорость. Выглядит как что-то неплохое. О, Донован. Кстати, у меня достаточно много игроков из МЛС. И Донован это типа окей, уже неплохо. Так, ну тут понятное дело говно. Третья карточка говно. Четвертая карточка, может быть что-то, нет, не может быть. Думал, может быть Турей какой-нибудь. 91 дриблинг. Пеле. Ну, слушайте, смотря на это, не могу сказать, что это прям супер хорошо, но Донован типа окей. Так, короче, подумал я, поразмыслил, и все-таки, наверное, возьму Абиди Пеле. Так как у меня достаточно много еще игроков Лиги 1, которые в теории могут войти в основу. Так что Донован не в этот раз. Берем Пеле. Ну, Пеле. Типа, окей. Я, наверное, рассчитывал на нечто большее, но что поделать. Мои ожидания — это мои проблемы. Так, ну что, друзья. На основном аккаунте я тоже решил собрать героя. Почему бы и нет. Сюда отправляется Раульчик, которого в последний раз я поймал в сборке кумира и который прервал наш хороший винстрик. Так, сразу два World Cup'а и три обычных. Да, печально все это выглядит. Так, это обычная карта. Пеле. Так, это тоже обычная карта Маркизио. Кстати, я за него хотел поиграть. Вот если бы он упал мне на бездоната, я был бы счастлив. А так, типа, не знаю. Так, ну и это еще одна обычная карта Фернандо Лоренто. Так, теперь смотрим на World Cup'овский. Тут сразу понятно, что это Маркес. И вторая карта, это Кейхилл, скорее всего, да. Блять, ну такое. Маркизио стоит 193 тысячи. Но я думаю, что он самый дорогой из этой компашки. В принципе, его и возьму. Вот такой вот пик. Ну, в общем-то, ребята, как-то так. Такой вот контентик у меня на сегодня получился. Надеюсь, он вам понравился. Оцените Лукаса, ставьте классный комментарий. С вами был я, Пандус Фиксович. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Чао, какао.